Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Кочет и курица. Русская сказка. Жили курочка с кочетком, и пошли они в лес по орехи. Пришли к орешне. Кочеток залез на орешню рвать орехи, а курочку оставил на земле подбирать орехи. Кочеток кидает, а курочка подбирает. Вот кинул кочеток орешек и попал курочке в глазок, и вышиб глазок. Курочка пошла, плачет. Вот едут бояре, спрашивают: «Курочка, курочка, что ты плачешь? Мне кочеток вышиб глазок». «Кочеток, кочеток, на что ты курочке вышиб глазок?» «Мне орешня портки раздрала». «Орешня, орешня, на что ты кочетку портки раздрала?» «Меня козы поглодали». «Козы, козы, на что вы орешню поглодали?» «Нас пастухи не берегут». «Пастухи, пастухи, что вы коз не бережете?» «Нас хозяйка блинами не кормит». «Хозяйка, хозяйка, что ты пастухов блинами не кормишь?» «У меня свинья опару пролила». «Свинья, свинья, на что ты у хозяйки опару пролила?» «У меня волк поросеночка унес». «Волк, волк, на что ты у свиньи поросеночка унес?» «А есть захотел, мне Бог повелел». Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.